Новую генерацию пещер, а следовательно, генерацию подземных биомов ждать еще долго. Но уже сейчас хочется поиграть с этими биомами, потому что они-то есть и встречаются, но только в мире с типом один биом. И, следовательно, там особо-то и не поиграешь долго и интересно. Однако есть способ включить эту генерацию, и сегодня я о нем расскажу. Как же включить новую генерацию? Да очень просто. Создаем новый мир на версии 1.17, ну либо снапшотик этой версии. Заходим в наборы данных, это датапаки, которые мы включаем. Как вы знаете, есть датапак от разработчиков, который делает новую генерацию, однако он не делает генерацию биомов. Так вот, существует один датапак, он объединяет в себе и генерацию биомов, и датапак от разработчиков. Ссылка на него в описании будет, берете его, не распаковывая, закидываете. И он объединяет в себя сразу несколько датапаков. Вам не надо запариваться, чтобы устанавливать отдельный датапак с генерацией, отдельный датапак от разработчиков. Он все в себе это объединяет. Закидываем. Нажимаем «Готово». И создаем новый мир. Давайте посмотрим, как работает этот датапак. Итак, вот мы заспавнились. Сразу бы неплохо найти единственную вещь в генерации, которая меняется наверху, на поверхности, а именно генерацию деревьев Азалии. Но, раз уж нам не повезло, предлагаю сейчас занырнуть в пещеру. И как вы видите, да, у нас здесь есть уже пышные пещеры. Но, однако, датапак добавляет не только пышные пещеры, он добавляет еще, вот, пожалуйста, это капельниковые пещеры, или как их называют, карстовые пещеры. Они генерируются так же, как и Lush Caves. Конечно, нет никакого, например, наслоения биома, то, что, например, выше нулевой высоты вот Lush Caves'ы, а ниже там, например, вот эти вот как раз-таки капельниковые. Такого нет, надеюсь, то, что такое будет в официальном Майнкрафте. Они генерируются не как обычный биом, их нельзя найти командой Locate By, они генерируются больше как условная генерация, ну, как жилы, например, потому что... По-другому просто нельзя сделать, потому что, как вы видите, они же наслаиваются на другие биомы. К сожалению, этот датапак не очень хорошо сбалансирован, и найти обычные пещеры довольно тяжело. Почти все пространство занимают новые биомы пещер. Ну, например, вот, это чанг с обычной генерацией пещер без биомов, однако он небольшой. Большую часть пространства занимают именно вот такие пещеры, однако это и неплохо, и нехорошо, потому что если вы хотите поиграть с новой генерацией, то вы скачиваете этот датапак, наигрываете, здесь постоянно у вас разные новые ощущения, эмоции, ну, реально классно. А сейчас, в принципе, можете скачивать этот датапак по ссылке в описании, реально хороший датапак, таких датапаков много, но я нашел вот самый лучший, который объединяет в себе сразу несколько датапаков, и его еще и планируют обновлять, так что, может быть, подзавезут какие-нибудь еще фичи. А сейчас я попробую повыживать с этим датапаком, кстати, лайк можно поставить за это, да? Угу, нормально. Так, опа, вот это нормальный такой спав на самом деле, угу, понятно. Думаю, надо бревен 15. На самом деле повезло, то, что сразу вот пещерка у нас есть. Уголь вижу, можно копать железо, о, как хорошо. Потому что я уже проводил тесты. Если я бы нашел просто дерево Азалии и начал копаться вниз, ну где-то на нулевой высоте я бы вынырнул, а там уже уголь-то не спавнится, не генерируется за новой генерацией руты. Поэтому тяжеловато бы было. Так. Так, нормально, сейчас угля накопаем. Нет, сначала надо, наверное, камни все-таки. Здесь еду уже найдем, ну нормально. Угля мне больше не надо, можно пониже уже спускаться. Привет, зомби. Ой, крипскеры. Да как много. 4 крипера, ну все, это не надо. 4. Чего, всего 4? Ну, да, конечно. Ой, все. Давай, взрывайтесь. Хорошо. О. Камень. Чего там так много? Давай. 5 криперов. Да дай железо. Конечно, этот биом хороший, такой дружелюбный, но в нем меньше рут, потому что очень много блоков заменяется вот этой глиной, мхом, там, ну вот в этом вот всяким бесполезным. Не, конечно, это еда, вот это вот свезящий сегод, это ужас просто какой-то. Насыщенность никакой. О, камень. Ну камень я возьму. Так, опа, пещерка какая-то, ну ладно, мне надо, вот это на самом деле прикольно, смотрите, как генерировалось прикольно, реально, вот если бы так в обычном Майнкрафте было бы, ну, прям хорошо, знаете, скорее всего, это баг датапака, но
Если были бы такие вот рядом мшистые тропинки, и просто они бы, независимо от того, что там внизу пещера, генерировались бы вот такие вот. Ну, это прям красиво, хорошо, мне нравится. Ой, закат уже. Хорошо, тогда надо искать аз... А, вот Азалия. Так, глубинный сланец пошел. Я на нулевой, кстати. Как глуб... О! И все, что... Ну, что это такое? А, не, нормально. Редстоун мне не нужен. О, здесь еще одна. О, смотри-ка, дальше идет. Если я эту пещеру исследую, то могу дальше копаться. Ага, нормально. Хорошая пещера. О, нашел. Так, мне надо блоки. Все, я ничего не делаю. Что тебе надо? Где-то. Так, ты что ты? Он меня собьет, пока я там буду копаться. Да, придется, наверное, потом. Он меня собьет, я его не вывезу. О, алмузер! Это мне надо. Один, правда, но все равно. Нормально. То мне железо нужно. А, его здесь... Нет, он вон. Блин, дурак. Все. Страшновато аж как-то. Вот ты где. Блин. Все. Тяжело. Тяжело было. В этом на самом деле прелесть новой генерации. То, что ты по-новому смотришь на старый Майнкрафт. Реально. Кайфово. Но вот эту вот жилу большую я намерен выкопать. Вот это тут нормально. Если бы не вода, я бы сдох. Еще бы хотелось бы, конечно, в биоме этих копельников побывать. О! О! Это я... О! Как... Ой, как хорошо! Все, ладно. Ладно, все. Все, вопрос снят. Супер пещера, да еще и этого биома Копельникова. О, как красиво, то, что здесь лава на одном уровне, вода на другом. Красота. Такой большой бассейн, прям красиво. Аксолоты здесь плавают. О, Лиана, это не спа... О, это мое любимое. Когда... Ну вот, ну что тебе надо? Там спавнер, что ли, у вас, или что? Это мой любимый момент перехода биома к биому. Прям красиво. Да дай алмазы. Алло, не слышу. Самое странное, такая огромная пещера. Ни одного алмаза. Либо я слепой, либо да. О! Ладно, все. Претензии все сняты. Ну ладно, не все. Так, ну ладно, мне кажется, здесь я уже тоже все, типа. Ну, нырять это опасно. А, опа, что это? О! Здесь все время был второй слой! Ладно, я уж хотел дальше идти копаться. Тварь. Опасно было. Странно как-то лава. Прям очень странно. Ну ладно. Здесь все это время был второй слой. Я думал идти дальше уже копаться, а здесь был второй слой этой пещеры. Ничего себе! Ничего себе! Ой, все. Есть. Лава. Ой. Что это? И как это? Мне вот прям интересно, что там. Прикольно забаговалось, да. Это баги. Я боюсь, что произойдет, когда разлагает. Эта пещера просто затопится. Да. Чего вас так много? Перебор. Перебор. Уходи. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, реально. Подписывайтесь на канал. Не застреливайте себя скелетом. А, значит, нормально. И надо вам это, кстати говоря, вывод хороший сделать. Подписаться на канал Ирод. Угу, нормально, да? Ну, нормально.